В Оренбурге построят новый храм. Точные сроки пока назвать невозможно, ведь создание церкви идет на средства благотворительные. Но начало уже положено. Сам митрополит оренбургский и строктажский Вениамин осветил место строительства и внес свой вклад в бюджет проекта. Храм отстроят в районе улицы Красная площадь. И уже очевидно, он не только обрадует прихожан, но и украсит наш город. Подробности знают наши корреспонденты. Короткую, но важную для православных службу пришлось провести в импровизированном шатре. Пока в этом районе Красной площади только пустырь. Местные жители и краеведы хорошо знают, бывшее Марсово поле как-то исторически было обделено святынями. Ну, для этой части города, конечно, никогда и не было его храма, даже в 19 веке. А сейчас особая благодать чувствуется у тех прихожан, которые здесь были на службе. И чувствовалось присутствие Константина и Елены. Этих святых не зря выбрали покровителями нового храма. Мать и сын столько сделали для веры, что заслужили уважительное обращение «равноапостольные», то есть буквально «равные ученикам Христа». Именно они нашли крест и гроб Спасителя, они же фактически легализовали православие. При святом царе Константине православие стало государственной религией, вот, и все государство, Византийская империя, вот, приняло православие. Дай Бог, чтобы и в нашем граде было больше православных и православных храмов. Пока на Красной площади установили только символический крест. Но совсем скоро на месте развернется строительство. Стоимость проекта пока не называют, но, очевидно, она будет немалой. Ведь новый оренбургский храм должен повторить архитектуру старых московских церквей, величавую и сдержанную. Вот это же история наша, это и культура наша, это стержень духовный нашего народа. И когда строится храм, это радость. Елена Кузнецова, Станислав Доминов, Максим Максимлюк. Наше время.